В среду 31 июля во французском городе Ницце был арестован главный оппозиционер Нурсултана Назарбаева, экс-глава казахстанского БТА-банка Мухтар Аблязов. Согласно французским законам, в течение суток он будет переведен из Ниццы в городок Экс-Ан-Прованс. Здесь состоится судебное заседание, на котором будет принято решение – либо оставить Аблязова под стражей, либо освободить на время, пока будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции. Заявление Мадины и Мадьяра Аблязовых в связи с задержанием их отца Мухтара Аблязова. Сегодня в 3 часа дня во Франции был задержан наш отец, оппозиционный политик Мухтар Аблязов. Как сообщили нам в полиции, это было сделано по требованию властей Украины. На территории Франции наш отец находился на законных основаниях. Мы знаем, что за действиями властей Украины стоит режим Казахстана. Наш отец является главным политическим оппонентом казахстанского диктатора Нурсултана Назарбаева, который преследует нашу семью по всему миру. Ему угрожает реальная опасность. Ранее в Казахстане он уже подвергался пыткам, его неоднократно пытались убить. Мы очень боимся, что Франция выдаст нашего отца на растерзание Назарбаеву. Недавно нашу маму и маленькую сестренку Алоа фактически похитили и незаконно вывезли из Италии в Казахстан. Сейчас мы умоляем власти Франции не выдавать нашего отца. Его преследование носит исключительно политический характер. Мы боимся за его жизнь. Мадина и Мадьяр Аблязова. Из наших собственных источников стало известно, что первоначально запрос на выдачу Мухтара Аблязова направила Генпрокуратура Украины. Позже появилась информация, что Российская Федерация также настаивает на его экстрадиции. А буквально несколько часов назад в очередь на выдачу экс-банкира встал и Казахстан. Наша справка. Мухтар Аблязов – бывший министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан. В прошлом он возглавлял БТА-банк. Оппозиционный политик и экс-банкир Мухтар Аблязов известен своей непримиримой позицией по отношению к режиму Назарбаева. Последние несколько лет он вынужден жить за пределами Казахстана. Известный российский правозащитник Лев Пономарев высказал свое мнение по поводу задержания Мухтара Аблязова. Мое мнение такое, что если человек получил убежище в одной из стран Евросоюза, то другие страны Евросоюза не должны его выдавать. Его сейчас взяли под стражу, а потом в судебном порядке должен решаться вопрос об экстрадиции. В судебном порядке. Но я надеюсь, что во Франции после этого не произойдет. Я надеюсь.